Дирк де Брей, художник голландского золотого века, родился в Харлеме, сын художника и архитектора Соломона де Брея, и был разносторонне одаренным сыном и учеником своего отца. Всю свою карьеру он провел в Харлеме. В 1656 году стал помощником переплетчика, но в то же время, по словам Хаубрекена, он делал наброски к картинам своего отца. Делал скульптуры, афорты, ксилографии. Дирк де Брей вырезал деревянный бюст головы своего отца, которым восхищался Хаубрекен. В 1671 году вступил в гильдию Святого Луки, а в конце 1670-х годов ушел в монастырь Гездунг, близ Гоха в Брабанте, и служил там в качестве брата-мирянина до самой смерти. Самая ранее известных его цветочных картин датируется 1665 годом. В настоящее время известно всего 7 цветочных натюрмортов де Брея, которые отличаются исключительным качеством. Натюрмортах «Цветы стеклянной вазе» 1671 года, натюрморте с букетом стеклянной вазе, лежащими на столе срезанными цветами 1674 года, свет льется сверху, оставляя в глубокой тени задний план. И там, и здесь обилие света, большое количество рефлексов, определенность цветовых отношений говорят о зорком колористическом видении натуры. Подобное умение создавать активную световую среду, когда цвет обогащается массой живых и подвижных рефлексов, а падающие тени также видятся цветно и прозрачно, уже не дают основания причислять эти произведения к разряду тональных картин,
а их авторов позволяет считать смелыми новаторами художественной практики того времени. Мастеру голландского цветочного натюрморта оставалось сделать лишь один шаг – ввести светлые фоны, чтобы в картине окончательно восторжествовала гамма светлого летнего дня, подчиненная законам живописи на открытом воздухе, то есть изменению цветов в световоздушной среде.